Федоровская. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. До востребования. Почему на Почте края не хватает сотрудников? Куда отдать? В батарейках содержится много токсичных элементов, таких как никель, свинец, кадмий, литий, иногда даже ртуть. Есть ли в регионе пункты приема батареек и почему открыть их непросто? Имя любимое мое, как жительница Барнаула приучила своих коз откликаться на собственное имя. Больше 3 недель жители Барнаула не могут получить письма, посылки и извещения. Барнаульское почтовое мини-отделение закрылось на неопределенное время по причине отсутствия единственного работника. Жители, которые обратились к нам в редакцию с просьбой прояснить ситуацию, говорят, что обещание открыть почту в пятницу они слушают уже несколько недель. 3 пятницы подряд отделение так и не открылось. Сначала сотрудница якобы ушла в отпуск, а после ее временная сменщица решила пойти на больничный. Очередную замену в мини-отделении в главпочтамте решили не проводить, поэтому практически месяц барнаульцы обивали пороги почты в надежде получить свои посылки. Вчера был, смотрю, закрыто было. И до этого тоже заходил. Ну, закрыто. Ну, я с первого думал, они там до 6:30. Думаю, ладно, что-нибудь это самое. А потом придется в ту почту идти. Блин. Туда звонили, дальше, а тут там подарки были. Там у него там день рождения, что ли, и не взять не могут. Ругался, это бесполезно. Почему возникла такая проблема? Есть ли дефицит кадров и намерены ли его как-то решать? Открылось ли мини-отделение сегодня в очередную пятницу? На эти вопросы искал ответ наш корреспондент. Подробности смотрите в вечернем выпуске. Куда выбрасывать батарейки? Жители Барнаула обратились к нам в редакцию с жалобой на то, что в городе мало точек сбора опасных отходов. Как мы выяснили, их всего 10, и в основном они расположены на окраинах города. Почему такого рода отходы не утилизируют в массово в Алтайском крае, попыталась выяснить Полина Жданова. Есть люди, которые сразу выбрасывают использованные батарейки в мусор вместе с пищевыми отходами. А есть те, кто копит их мешками, чтобы увезти на другой конец города и сдать в утиль. Потому что известно, батарейки и аккумуляторы – это вредные отходы. В батарейках содержится много токсичных элементов, таких как никель, свинец, кадмий, литий, иногда даже ртуть. И если батарейки не утилизировать в специальных организациях, а просто выбрасывать в мусорку, то эти вредные элементы могут попасть в почву, в воду, либо в атмосферу и повлияют на жизнь, здоровье людей, животных, растений. В Барнауле всего 10 бесплатных пунктов приема батареек. Мало, потому что дорого, говорят общественники. Чтобы увезти отходы на переработку, нужно заплатить за это предприятию. Их утилизируют только в Челябинске, на небольшом производстве в Новосибирске. Обработать 1 килограмм батареек стоит около 200 рублей. При этом только с одной точки города в месяц могут вывести больше 4 тонн. Сейчас все инициативы, которые по батарейкам, это инициативы частного бизнеса. То есть это компании, которые взяли на себя ответственность, собственно, по тому, что они, ну, таким образом проводят экологическую политику. Общественникам накладно заниматься утилизацией батареек, нет средств платить заводам. А еще как им, так и частному лицу нужно предварительно получать лицензию на опасные отходы в Росприроднадзоре. Их представитель в Барнауле так и не объяснил, как именно ее получить. Если вы будете просто осуществлять накопление, то это одно. То есть вы будете просто складировать их сроком не более чем на 11 месяцев для дальнейшей уже обработки или утилизации. Да, все верно. На это не нужна лицензия. Как мы поняли, лицензия нужна не на сбор, а на перевозку батареек. В любом случае, ее необходимо каким-то образом оформлять. Государственных программ по массовой утилизации опасных отходов в ближайшее время не предвидится. Поэтому у жителей Барнаула, которые заботятся об экологии, выбора не остается. Придется продолжать собирать их в мешки, а потом ехать и выбрасывать их в пункты сбора на другом конце города. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком. Барнаул – единственный муниципалитет пока в крае, который выделил деньги на содержание контейнерных площадок в частном секторе. Иными словами, на их уборку. За чистотой 505 площадок в краевой столице следит одна компания «Экокомплекс». Мусор в мусорку, рассуждают люди, и тащат в контейнер совсем не коммунальные отходы, а некоторые еще и не доносят. Тогда площадка становится похожа на полигон. И без регулярного наведения порядка здесь уже не обойтись. Между тем, чистота площадок, собственником которых является администрация Барнаула, обязанность властей.
полномочия по содержанию контейнерных площадок отнесены к органам местного самоуправления. В настоящее время на 2019 год у нас предусмотрено финансирование в размере 7 миллионов рублей на содержание площадок. Бюджетные средства тратят на уборку мусора, которого на площадках быть и не должно. Вместе и часто вместо коммунальных отходов рабочие вывозят строительный мусор, ветки и даже деревья. Зачисткой по контракту занимается экокомплекс. Теперь за ним 505 контейнерных площадок частного сектора Барнаула. Среди проблемных, как здесь, улицы Правый берег пруда, Кутузова, Загородная, бульвар 9 января. Компания убирает каждую площадку не реже раза в неделю с помощью машин и вручную. И строительные отходы, это и, как правило, если это частный сектор, то это отходы растительного происхождения. Зачистки с механизированной зачистки, ежедневно порядка 80 кубов мусора поступает на полигон городской. Это равносильно 8 автомобилям КАМАЗ самосвалом. Это вот только то, что скапливается? Это только то, что скапливается именно на прилегающей территории. Компания подчеркивает, что с июня складирование мусора рядом с контейнером, а это нарушение по Санпину, может повлечь штраф до 5000 рублей для населения, до 50 для должностных лиц и до 450 для юридических. Анастасия Драган, Алексей Фризин, «День с толком». Совершать покупки, зарабатывать бонусы в виде кэшбэка, да еще и получить за это 100 тысяч рублей. Один из банков провел акцию для жителей. Стать ее победителем посчастливилась героиня нашего следующего сюжета. Наталья Чеклеева – индивидуальный предприниматель. В ее фирме помогают решать бухгалтерские вопросы. Поэтому, когда Наталье поступило предложение от банка принять участие в акции «Квест» для малого бизнеса, она легко просчитала выгоду и согласилась без раздумий. Все просто. Расплачивайся картой, и часть средств возвращается в виде кэшбэка. Приятному удивлению не было предела, когда Наталья стала победителем акции и получила приз. Наталья Андреевна, поздравляем вас. Спасибо. Мне приходил кэшбэк каждый месяц. Было как-то приятно. Совершаешь обычные покупки, и за это еще тебе от Сбербанка приходят бонусы. Всего в России вместе с Натальей 10 призеров. Акция проходила с апреля по всей стране для клиентов малого бизнеса. Первое – это хороший кэшбэк в первые два этапа 3-5% за все покупки и за покупки в рамках расчета за топливо на АЗС. И главный приз – это 100 тысяч рублей за первое место в рамках третьего этапа, за первые 10 мест в рамках третьего этапа. Свой неожиданный приз Наталья направит, скорее всего, на развитие производства. Евгения Даровская, Алексей Фризин. «День с толком». Ну, а эта женщина решила организовать бизнес на любимом деле. Антонина Гордиенко из Первомайского района в одиночку держит небольшую козлиную ферму, которая в народе уже давно слывет экзотической. Ее постоянные клиенты знают, козье молоко не пахнет. Анастасия Драган продолжит. И рада. Вот она. Юча. Во время кормежки, во время дойки называешь имя. Они быстро привыкают. Свои имена знают, хозяйку любят, едят с ладони. Для Антонины Гордиенко все ее козы как любимые домашние питомцы. 12 лет назад она взяла отпуск, завела козу и уже не вышла на работу. Коз теперь 40 и одна ослица. Мне сразу сказали, что не хочешь проблем в стаде, чтобы козы паслись самостоятельно, заведи ослицу. Я завела. Если кто-то начинает шалить, она просто-напросто их ставит на место. Подойдет, там либо укусит, либо так это... Боднет. Когда подходят к стаду посторонние люди, она делает кольцо и задом отталкивает всех от стада. Кстати, козы не дворняжки. Американские, альпийские, швейцарские породы. И за ее козлятами сейчас приезжают из-за границы. Породистость – главная причина, почему молоко этих коз не пахнет, объясняет хозяйка. Другая не менее важная составляющая – корм, вернее, естественный выпас. В этом случае такая маленькая козочка дает по 5-7 литров молока ежедневно. Оно не жирное, оно по своей структуре оно очень плотное молоко. Вкус пломбира называют, вкус мороженого, такого дорогого мороженого, вкусного. Половину молока хозяйка продает, другую пускает в творчество, варит сыры. Справа сыр с орехами, классический полутвердый, есть мягкий, как молодая брынза, изюминка белперкнолли, швейцарский сыр. С прованскими травами и паприка, и чили. Это в горчице.
Меню обновляется по мере обучения хозяйки. Антонина хочет освоить все сорта. А вот увеличивать поголовье не планирует. Говорит, козы не бизнес, а нечто большее. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза — компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Подписывайтесь и до встречи в вечернем эфире.